В дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратилась 31-летняя местная жительница. Она заявила о краже принадлежащего ей велосипеда из подъезда дома на улице Новоспортивной в городе Одинцово. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Сотрудники полиции по подозрению в совершении этого преступления задержали 38-летнего гражданина без определенного места жительства. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.